Никто не лунатик. Бывают люди лунатик, я встречал. Вы поднимаетесь ночью, вы спите на самом деле, но вы поднимаетесь и идете по карнизам там гулять. Знаете, странные вещи какие-то, никто не знает, что это. Но иногда они просыпаются там и обнаруживают себя в другом месте. Это бхакти-йога называется. Вы во сне практикуете сначала, просто делайте, что говорит духовный учитель. Потом в этот момент просыпаетесь и видите, боже мой, так я же душа. То есть вы фактически уже совершаете духовную деятельность. В какой-то момент вы это можете увидеть. Какой-то вид может это увидеть. Необычное явление, правда? Даже не знаем, можем делать правильные вещи, если получаем правильные наставления, правильное образование получаем. А в этом и заключается суть образования. Научить делать то, что правильно. Вы не знаете правильно, неправильно, но вас научили. И вы делаете это правильно, это хорошее образование. А если вас научили вы делать это неправильно, это не работает, это плохое образование. Гуру Парампара должна говорить, что делать правильно. Неважно даже понимание. Правильное действие важнее правильного понимания. Действие. Вигьяна важнее. Если есть вигьяна, гьяна постепенно открывается само по себе, как солнце встает и все видно. Это путь бхакти. Поэтому не нужно забывать следовать правилам предписания, следовать процессу общения, воспевания. Служение. Парикшна.